Между тем, Саратовская область получит 117 миллионов рублей из федерального бюджета на обеспечение водой районов Левобережья. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков во время визита к фермерам Новоузенского района. Хозяйство Салмана Тимергаева пострадало от аномальной жары этого лета. Пропал урожай не только пшеницы и ячменя, но и засухоустойчивого нута. Плохо обстоит дело и с заготовкой сена и кормов для скота. В таком положении оказались фермеры Озинского, Александрово-Гайского, Ершовского, части Пугачевского районов. Николай Панков пообещал пострадавшим аграриям поддержку со своей стороны, а именно просит Министерство сельского хозяйства России выплатить саратовским фермерам компенсацию убытков по причине засухи. Госдеп предлагает подойти к чрезвычайной ситуации комплексно. Нужно как можно быстрее упростить отчетность для сельхозпредприятий, чтобы не гонять бумаги туда-сюда. Нужно разговаривать с банком о том, чтобы провели отсрочку, если тех, кто брал кредит, а я думаю, таких хозяйств тоже много, потому что очень мало кто за счет своих ресурсов проводил посевную кампанию. То здесь нужно совместно дать возможность и уверенность нашим аграриям в оказании помощи в связи с такими аномальными условиями.